состоялся пленум Всероссийского общества автомобилистов в честь 40-летия организации. На заседании выступили член попечительского совета МВД города Луги Александр Мордвинкин, заместитель председателя Петербургского городского и Ленинградского областного отделения ВУА Владимир Первашов, председатель Лужской районной общественной организации ВУА Анатолий Ярошов. Почетными гостями на нашем пленуме и членами совета были Гресков Владимир Павлович, герой Союза, генерал-майор. Гремнев Валентин Михайлович, герой социалистического труда, почетный гражданин Ленинградской области и города Луги. Каждый член общества, имея свои обязанности и выполняя обязанности, должен знать, что членские взносы, налоговые сборы производятся не просто для красного словца, для отметочки, а это все это идет на развитие нашего города и района, на успешное процветание и города и района, и нашего общества. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех членов общества города Луги района с нашей знаменательной датой 40-летием Всероссийского общества автомобилистов, а также уважаемых ветеранов вооруженных сил, участников Великой Отечественной, всех лужан города, района с наступающими праздниками, великим нашим днем, Днем Победы. Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе и труде. В рядах Лужского отделения Всероссийского общества автомобилистов более 2000 человек. Владельцы гаражей, 16 коллективных стоянок и 16 первичных организаций. На пленуме состоялось награждение грамотами, почетными призами и памятными знаками за активную работу по пропаганде уставных целей и задач ВОА и личный вклад в развитие и укрепление отделения Всероссийского общества автомобилистов Лужского района. Лужское отделение ВОА было создано в 1973 году, и все эти годы неизменной была основная цель создания и деятельности ВОА – объединение граждан для совместного решения задач, для безопасного использования автотранспорта и пропаганде безопасного дорожного движения, защиты прав и законных интересов членов общества. С поставленными задачами Лужское отделение Всероссийского общества автомобилистов успешно справляется. Валерия Багаева, Владислав Лайн, Лужские вести, Лиг ТВ.